Пока буду решать вопрос, почему не видит черный картридж, не определяется, да, наличие. Значит, залью парковку мистером Мускулом, голову запаркую на место и подниму парковку. Пусть она пока стоит, отмачивается. Так, залил мистером Мускулом парковку, запарковываем голову, запарковали. Так, у нас вот этот рычаг переместился, который управляет блоком шестерен. И теперь вращаем вот этот движок. Смотрим. Все. И парковка будет подниматься. Все, парковка пошла. Вот эта реечка вот полностью вышла до стенки практически. Все, значит, парковка поднялась и запарковалась. Все, пусть он теперь стоит. Как у меня время будет, я займусь блоком картриджей. Посмотрим, что здесь могло пойти не так и почему он не определяет. Но первая возможная причина, это вот это нужно отмыть, вот этот налет. Возможно, этот налет только проводящий, и он какие-нибудь наводки наводит. Начнем с этого. Если не поможет, попробуем пропаять контакты черного. Ну, а там уже по обстановке. Может быть, шлейфы надо посмотреть. Может быть, где-то здесь что-то влага попала. Ну, все.